Есть места, куда хочется возвращаться раз за разом. Порой трудно объяснить даже себе, что тянет именно сюда. Здесь нет вчера и нет завтра. Здесь есть только мгновение, которое замирает где-то в глубине. Думаю, что есть какое-то метафизическое объяснение бытия, мгновения. И снова идешь куда-то на лыжах, снегоступах, пешком. Полярной ночью, полярным днем. В снег, в дождь, град. И чувствуешь, что ты на своем месте, в свое время. Проваливаешься в ручей по пояс. Увязаешь в болоте или снегу, но зачем-то идешь. Снова и снова шагаешь куда-то в горизонт, где нет ничего, кроме вселенской тишины и настоящего мира, спрятанного за пределами каменных и железных коробок. Но где-то здесь, в Заполярье, осталась частичка моего сердца. И сюда буду возвращаться раз за разом. И кажется, так легко падает белый снег, стуча по тенту палатки, где-то далеко за полярным кругом. Лишь неопределимое желание идти к неизведанному и далекому тянет вперед. Ведь человек всегда один. И лишь осознав это, можно обрести хоть капельку настоящей свободы.